1 апреля в Крыму стартовал пожароопасный сезон. В связи с этим в городах и районах проводятся профилактические рейды по безопасности. Особое внимание пожарный надзор уделяет выходным дням, когда крымчане и гости полуострова отправляются на отдых в горно-лесную местность. Не исключение любители бесконтрольно выжигать сухую траву, а также мусор на своих придомовых участках. Очередной рейд прошел на территории Ялты. Проверяли соблюдение мер пожарной безопасности на территории леса, а также в населенных пунктах, которые граничат с лесными массивами. Вели разъяснительную работу с местными жителями. Особое внимание уделили наличию защитных противопожарных минерализованных полос, условий забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, очистки территории от горючих отходов, проверки систем оповещения населения. В настоящее время хочу вам напомнить, что при введении пожароопасного сезона наступают определенные запреты и ограничения для граждан. В первую очередь, ни в коем случае не разводите костры, не используйте открытый огонь, не выбрасывайте на территории населенных пунктов и вблизи лесных массивов горючий мусор. При этом обращаю ваше внимание, что любая непотушенная вами брошенная спичка или окурок может привести к большим пожарам и причинению значительных материальных убытков. Органы управления и силы территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС приведены в режим повышенной готовности.